За дело берется мясник. Тут Гандар сейчас будет рун пытаться отжимать. Так, это я не дал. Хорошо. Ну, три руны наш пойдет. А, они, походу, до конца идут. Я сейчас его выловлю. Не, они сами справятся. Угу, отлично. Вообще замечательно. Угу, получается, ЦК будет наверху. Так, для меня это тогда выгодная позиция. Сейчас только надо центрю. Хотя нет, я подэкономлю центрю, я вот так вот вард тыкну. Вот, собственно, и ЦК. Здорово, мужик. Тебе будет здесь очень больно. Ладно, господа, доброе время суток. Меня зовут Милор, добро пожаловать на мой канал. Сегодня скатка на бучке. Будем бить и бучки. Только если скан сейчас не подставится под хук, набьем ебучку. Чалс к найту. Ну, вроде как. Это вообще, кстати, единственная цель на этой карте, которую я могу, ну, с которой я могу более-менее как-то взаимодействовать. Пока я просто экспу ворую. А, вот ты какой, ничего себе. Прямо так на мужика, в наглую. Свен есть? Ой, стан. Чего уж ты стан не зарядил. Эх, маловат у меня хук. Маловат. О, ты тоже с интервью принес. Ничего себе, как мы их задушим. Тогда я тоже тыкну. Вот прям вот так, чтобы наверняка. Возможно, имеет смысл туда на низ перекатиться. Там вон ВР-ку задушили. Все же. Думаю, да, пукну там, ломать все дела. Я второй левел свой получил. Ладненько. Привет. Как твои дела? Ой, вижу, что очень плохо. Ой, блядь, у меня БХ. А он ровно получается. Я бы отдал тебе эту штучку, она, интересно, будет работать. Кушай. Мне там нафиг не нужно. Я могу и задонаиться, если что. Вайда не хукнешь, а вот пугну. Пугна зараз только в другой стороне стоит. Вообще странно, я думал, пугна будет медовый. Не хочу Вайда хукать, сейчас линия отпушится, как раз будет мой выход. Ты гляди-ка, пугна хитрая. А это ошибка. Бля. Блин, не могу, не могу, не могу. Она просто убежала от меня. Просто на своих лапах убежала от меня. Не хватает мне сейчас виндлейс, конечно, прям дико. Ну или на двоечку рот вкачанного. Ну, пугнул я тут еще загоняю. Можно ботинок вообще купить, как бы не мелочиться. Ну, этим мувом сейчас его просто прогнали с линии. ВР-ка может поднахорашивать его, не знаю. Мне, чтобы пугнул убить, нужен как минимум, ну, левел третий. Заря ты бежишь на него. Смысл какой? За вышкой стоит. Так, руны нету. Ну, я могу ботинок уже покупать. Наверное, впервые за долгое время я покупаю пафосту ботинок на буча. Без всяких... А чё такой наглый? А можно без баша, пожалуйста? Чувак, ты же мне только лучше делаешь, когда ты меня так нахорашиваешь. Там нет. Что я возьму и просто задонаюсь кером. Ах ты, блин, какой у него спид, погоди, у него как будто ботинок и виндлейс одновременно бегает, как кролик энерджайзер. Ну-ка, покажись. А, у него просто виндлейс и при этом успит 350, нихера. Именно поэтому, собственно, я и не могу ее нормально вылавливать. И она убежала от меня в первый раз. Руна наверху была. Ну, пока что все очень даже хорошо. Ошибочка. Тернант нас не уйдет. Если, конечно, этот говнюк не забашит. Теперь моя задача просто выжить.
А он даже не хочет руну свою забирать. Замечательно. Хорошо, я свою заберу. Так, а я, наверное, отправлюсь в путешествие. Заодно еще и глазик принесу. Так. Так, и вот так. Кверк, тебе ничего не надо принести? Да вроде не надо. Я просто сейчас знаю, что здесь где-то стоит вард. Потому что Пугна бегала с этим вардом. Мало ли еще осталось время, чтобы его снять. Ладно, кстати. Кусь. Минус вардик. Хорошо, хорошо. Увидали? Она встала на месте. Ха. Неплохо, неплохо. Че он себе привез? Он мом себе привез, вот тогда. Ну, сейчас Пугну один раз грамотно выловить. Она свои клавиши постоянно теряет. Это ее ошибка. Потому что один раз она так останется без клавиш и все. Она минусанется. Так, теперь главное не умереть от его башев. А я задонаюсь, чувак. Чувак. Все. Нормально. Че тут у нас? Муцы. Я, пожалуй, смока куплю. Сколько там секунд еще ждать? Ну, немного. Сейчас буду Пугну по КД ломать. А она, кстати, опять обратно обсерв принесла. На ошибках не учится. Не понимает, видимо. Надо будет сейчас его снять, купить еще один обсерв. Типа, чё бы нет. Она, правда, его поставила. Глупая. Пойду-ка его сниму. Не, чё-то не понимаю его немного логику. Вот интересно, куда она его поставила? Ага. Более хитро. Где-то здесь вижен. Хоба плюс 11 регена. Блин, как же мне нравится, что на двоечку реген подняли. Получается, просто качаешь на единичку. И ты... Ну, просто как бог. У тебя 11 регена. Под 0 армора, но 11 регена. Ха-ха. Она до сих пор бегает своим виндлейсом. Пытается меня что-то расхарасить. Глупо, конечно, так пытаться. Так, еще одна сентря нужна и обсерв. Обсерв. Я просто своим внешним видом буду его пугать. Уди. А как-то больновато, он меня прошиб. Кстати, если он грамотно поставит купол, он меня убьет. Нет, не такой плотный, как хотелось бы. Надо просто на кнопку развести. Все. А телегу добей. Вот. Так, это готово. А на остальное им вроде бы вообще все равно. На топ скорее. Ух ты, а он там разложился. Нужно быть книги еще обязательно. Ля, махач. С разворота ее можно принять. Только не баш, только не баш. Отлично, отлично. Так, мол, можно не баш так сейчас? Ха-ха-ха. Он еще и Верку не убьет. У него же нет? Да, он ее не убил. Замечательный же файт был. Просто отличный. Кувай, да, убьем. Настя. У него купола нету. Протратил. Да. Ну, у меня сайленс. Осторожно, там вард, сейчас я его сниму. Бля, вот. Не попал. Вот он. Вот я-то точно знал, что здесь вард. А она что, на ТП ушла? Все, здесь нет, вижу на них больше. Есть. Сайленс. Гоу. Сейчас, погоди. Надо еще делать вот так. Чтобы максимально. Бля, ну раньше, еба. Могли бы отойти немного.
Отлично. Нормально. Опа, плюс книжка. Хорошо, хорошо. Руна вроде даже никто не забирает. У тебя батла нету? Нету. Вон там регенерация, забирай. Блять, ебучий вивер вставать. Че, вивер забрал? Реген. Иди сюда, иди сюда. Можем на центре его встретить, там походу еще кто-то вард тыкнул. Ло, он просто кормит меня вардами. Давай. Хорошо. Серьезно, он пришел и снова тыкнул сюда обсерв. Я по идее случайно попадаю. Бред какой-то. Так, курьер дошел до Баратрума, надо себе купить кусок от фейзов. Блин, жалко здесь когти не купить. Можно... кстати, я так дровосеком не поработал. Купил топор, а дровосек не работал. Ну-ка, ну-ка. Сейчас я прогрызу, выловлю эту заразу. Сейчас все будет. Мне просто интересно, а сентри висят себе, нет? Нет. Ля, я уже близок. Ух, какой... А, до сих пор шут же летал. Мне интересно пугна. Ну, вэрч. Нужен шрайн кому? Мне нужна была книга. Ну это какое-то избиение младенцев, типа, у меня уже других слов нету. Видали еще? 14-2. Они ничего не могут напротив поставить. Все, плюс 6. Верк, наверное, сейчас обидел за то, что я книгу взял. О, кстати, здравствуйте. Она тикает. Так, а мне нужно сейчас грамм. Так, а я задонаться должен. Он меня башем убил. Предсмертным. Что за хуйня? Я думал, сейчас будет все грамотно, я задынаюсь. А он меня башем убил и за меня 500 бабла получил. Не, я, конечно, его на пассиву засчитал, да. Но... Это что было? Это бред. Серьезно, это какой-то бред. Да ультани в эту повышку. Вы там сами справитесь, а мне нужны вот это, плюс вот это. И нужно прилететь грамотно, без палева. Я потом... Может разбег в этого какого? В вивера? Эта вышка тоже не поняла. Он не ничего не может сделать. Погоди, а вивер нам Т1 спушил на меду. Ну, как бы, невелика потеря, но что-то как-то мне это не нравится. Вот прям сюда в наглую центрю тыкну. Мало ли. Блин, подошел купить ТП-шку, купил когти. Умён? Умён. Ой, блядь, куда ты его вытолкнул? Эй, цыгане, цыгане ФПС украли, что такое? Да. Они умерли. Серьезно? ФПС исчезли? Что за дела? Пиздец. Да? Именно так. Какая-то лютая просадка из ниоткуда и в никуда. О, БХ, 5 левел бегает, такой сочный. Вкусный. Его можно в крыску поймать. Зря ты бежишь. Мне хватит либо его сожрать. А, досты есть, но я уже да. Охотник затаился, охотник ждет. Вивер. Бля. Просто все кнопки жми в него, пока можешь, чтобы он не ультанул. Бедно, бедно. С меня жука нужно скидывать как можно быстрее, иначе я крякну.
Ребятка, мне, наверное, вас продать надо. Руну возьми. Меня разминает Гандар. Я на базу. Ну, ничего, жив орел. Глазик. Но еще один глазик не хватило. Надо еще сюда поставить глаз, а в дальнейшем уже все, в принципе, нормально. Бегает говнюк, 900 хп. Кстати, ребят, напишите в комментарии, как часто вы на буча собираете фейзы. Я все еще продолжаю тестировать эту сборку. Как раз таки новый патч дал мне плюс 5 регена. Вообще так неплохо. Я все бегу. Выживет, что ли? Братуми, выживет. Рошан. Неплохой такой. Динай. Надо как глаз более-менее грамотно поставить. Здесь. Вот. Не нравится. Где мид, пацаны? Чё с мидом? Мид упал. Хотя бы так. В общем, я продолжаю тестировать. И вот эти 5 регена, они очень неплохи-то и заходят. Угу. Сожрёшь его? Да иду. Сейчас, неожиданно. Только сал повесь. Отлично. Ну, забирать телегу мне нафиг не нужно. Сентри май стоит. Такс. Угу. По фасту мою шторм купила. Понял. Ага, виверс ДД. У него ДДшка диффуза, осторожно. Ну, у нас сайленс есть, мы его ебанем. У нас сайленс стану все. Глазики. Мощь глазиков. Если бы этого глаза не было, я бы не смог кухнуть. Так что, ребята, чаще покупайте варды. Потому что я каждый раз замечаю, что их никто за раз не покупает. И бучу приходится все. За всех отдуваться. Вот опять же, зараза, не видно, хоть гейм покупай. Ай, да. Сколько там? Блин, нормально, так хп еще у меня, да. Кстати, неприличное для меня положение у Солринга. Мы без дастов. Тут вивер. Сейчас он выйдет из шикучи, посвистит на него сало. Глупый вивер. Потерял свою кнопку в надежде, что убьет петуха. При том, что без линки на него прет. Ля-ля-ля, хулиганы. Хотел убить. Серьезно, я сейчас хотел догрызть до конца. Ты не в того улетишь, вот это больше. Надо было, не знаю, что-то делать как-то по-другому. Жадный. Вон, за. Который с армлетом. Угу. 18 минут 10 левел. Хорош, повойду. Бам. Не, все же 30 опыта. Как бы опытом проверено, что 30 к опыту это гораздо лучше, чем 35 к роту. Не знаю, как другие к этому относятся, но мне именно это заходит постоянно. Опять. А чё не шакл? Чё ты шаклил? Я второй скилл. Сейчас это руны будут, надо будет забрать. Ага, вивер, опа, на Гандар. Сейчас из инвиза он выйдет. Убегаю. Серьезно, я иду вот в спину, захожу. Спасибо. Ляг Курмахач. Шайн, бегите, забейте хуй. Не нравится. Бля, пуч еще ворвался, зачем? Давай.
Но они меня не догонят. Как бы он даже шикучи ничего не сделает. И под тараканами своими ничего не сделает. Я уже слишком плотный, чтобы меня убить. Пизда. Кукни, кукни. Все красиво. Зря ты боишься. У меня даже тосты лежат в слоте. Я их до сих пор не переложил. Да, нормально, размен. Он сделал наоборот себе хуже. Идем, 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 идем. Так, главное будет чуть просто поближе подойти и не выеживаться. Ребята, не дайте ему меня убить, пожалуйста. Минус 5 на ровном месте. Ну, я слишком лоу хпшный, чтобы дальше наглеть. Руны, кстати, никто так и не собрал. Со временем я 12 левел. Погоди. Ах ты. Погоди, он где-то здесь. Да, кстати, я правильно прочитал. Мне бы колечко на Риген не помешало. Я иду. А он с Альном справится спокойно. Крапаленок остался прям до отдачи. Не нравится мне тут. Видели Урса? Была надамаженная. Это явно не просто так. Тут двое как минимум. Там Войт и Пугна. Это в говняках укну. Мгновенно прилетает Войт. Под Шайном их не драться, конечно, вообще такое развлечение. Как они удачно его засалили. Не дали даже кнопки поражать. Ну, вообще мы можем дальше душить. Ну, идем вот здесь вот кушаем, да-да-да. Окей. Когда-то до меня долетит уже. А следующий арт блинк и пару глазиков, пожалуйста. Вот так. Оу. Баратруми. Как же я медленно бегу. Так, ошибочка от меня. Ой, бля. Да, 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 ошибочка. Я сдох, ребят. Все, ГГ. А, нет. Так, это я сбил. Сейчас я серьезно ошибся. Потому что можно было его не выхукивать. И все было бы на гораздо иначе. Что я его выхукал. Мне тем временем спину. Бен, зачем тебе книжка? Короче, тем временем мне просто ману выжгли. Кираса? Погоди, да сколько у него армора будет уже? Ля. Ну-ка, Гандар, дай я на тебя поохочусь. Как бы охотник охотится на охотника. Опа-на, кстати, замечен. Пойдешь сюда? Запалишься, умрешь. Они палятся, говник. Тут варп. Странно, зачем он вообще сюда завернул?
Я очень не хочу, чтобы на меня трек повесили. Ух ты. Че он себе купил? Ой, блядь. Угу. Ой. А, Гандар у них какой-то странный. Получается, фулл саппорт. Вы еще за Т4 зайдите, блядь. Ну они серьезно дерутся там, где не надо. Где еще сюда глаз? Блять, все, хоть. Погоди, муж, успею. Ну, она сама убежит уже. Помощь. Могу Гандара перетянуть. Я нашла. А, он передумал дальше, если он решил просто сюрикен накинуть. Ля, погоди, ты что там удумал? Ты, конечно, меня не пробьешь. Ну мало ли. Загулял паренек. Стоп. Угу. Вот оно как значит. Глаз мы сняли. Но отсюда глаз надо поставить. Там все равно смотря уже есть. Прям вот в наглую на мужика. О. Этим глазом можно успеть. Иду. Давай, давай. Ему ничего не остается, как нажать. Угу. Бля. Вернись. Ой, я не ту кнопку, зараза. Я должен был качать правый талант, а не левый. А что, не дотягиваешься? А, дотягивается, хорошо. Что-то я вообще заслупочил. Уа, какая херня. Саморофильный, сейчас его Рошан задушит. Не, нормально. Тут, конечно, хук был гиперхеровый, я просто его не отменил. Да что происходит? Погоди. Задушу ведь. Иди сюда, моя цыпа. Цыпа. Все, берем Рошу. Опа, цыпа до сих пор здесь. Да, идите Рошу забирать. Тогда ты есть? Нет, чем просветить. КБ дофармить надо, блядь. На мужика? Кусь, мазафака. Ну окей. Этот войт мне явно ничего не сделает. Могу пропущен. Чтобы меня пробить, нужна дизоль. Не уходи. Чаус тоже ничего не сделает. Игра, конечно, затягивается, могли ее закончить уже. Сейчас мид. Если бы не боялись заходить. Там БКБ, так, блин, не, вот лучше вот так. Гораздо удобней. Топорик оставлю, нужные вещи. Давайте. Надо поменять местами. Вот, ребята, вот объясните, у вас тоже такая проблема, как у меня, что вы на вешку постоянно, ну, вам гипер неудобно нажимать на вешку. У меня вешка вообще слот, который я крайне редко использую по нажимной клавише. Оп. Кстати, войд. Ну, войда бесполезно убивать пока что. Будет у меня хотя бы зарил. Могу с блинка ворваться. Идут. Ля. Хорошо. Куда собрался молодой человек? Отлично. Закончим? Давай. Да. Давно пора. Ты гляди, душить сейчас будет. Разложится шайтан. На меня кнопку тыкнет. Попробует меня убить. Не, я жука себя, конечно, скину. Потому что ну его нахер. Вот видали? Я просто просчитал его действия. А вот такой куст тебе как? Опять цыгане ФПС украли.
Походу при определенном количестве действий у меня реально FPS начинает падать. Нормальная просадка. Да прекрати ты. Жука постоянно накидывает, накидывает на меня. Бей, пожалуйста. А, хорошо. Ну ладно. Какие они наивные, они пытаются еще что-то противопоставить. Земля пухом. Все. Да. Ну лады. 25-ка на пассиву, 26-ка на пассиву, пожалуйста. Пожалуйста, организуйте. Нет, не организуют. Я сдох. Ты жив, орел. Ладно, господа. Всем спасибо за просмотр. Ставь лайки, подписывайся на канал. Всем удачи и пока. Вся команда хорошо отыграла.